Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте! Меня зовут Шатохина Ирина. Я эксперт в области сохранения здоровья, специалист по работе с биопульсаром, многодетная мама и бабушка четырех замечательных внуков. Моя семья, так же, как и вся наша Россия, сейчас находится на самоизоляции. Мы понимаем, что всем нам надо соблюдать правила гигиены, осторожность обязательно для того, чтобы выйти здоровыми из этой ситуации. Поверьте мне, режим самоизоляции, он когда-то закончится. Самое важное, самое основное сейчас – сохранить себя, сохранить свое здоровье, здоровье своих близких. Многие ученые со всех стран сходятся к тому, что единственный защитник, единственный помощник в период вирусных инфекций – это наша иммунная система. И только иммунная система способна дать хороший ответ всем вирусам, которые сейчас на нас, извините меня, напали. И вот наша семья выбирает сиропы «Доктор Дюнер», которые производятся на территории Швейцарии, в качестве своих помощников. Спектр сиропов, который предлагается для нас, очень большой. Артишок, иммунгуар, черника. На любой вкус, пожалуйста. Почему же именно эти сиропы? Биодоступность этих сиропов 85-90%. Это самый важный критерий при выборе этих сиропов. Следующее – это они производятся из натуральных овощей и фруктов. Метод производства этих сиропов, постепенная пастеризация, позволяет сохранить по максимуму питательные вещества и исключить процесс брожения. Эти сиропы можно беременным, кормящим. Принимать их очень удобно, очень легко. Бутылочка вот такая, темное стекло, преломляет все виды лучей. Метод сохранения полезных свойств, то есть консервантом в этом случае служит углекислый газ. Бутылочка в закрытом виде хранится 3 года. Как только мы ее открыли, конечно, мы ее храним в холодильнике. И вот на моей кухне, где мы сейчас с вами находимся, в холодильнике у нас всегда стоят сиропы доктора Дюнера. Сзади на бутылочке написано, как пользоваться, да, правила приема этих сиропов. Вы знаете, я хочу вам порекомендовать попробовать эти сиропы, познакомиться с нашей замечательной продукцией и получайте результат. Будьте, пожалуйста, здоровы и оставайтесь дома.